Сегодня на столе Ultimate Comics Avengers Next Generation. Твердый переплет, суперобложка и 160 страниц. Автор Марк Миллер, художник Карлос Пачеко. Спустя 3 недели после ультиматума Нью-Йорк оказался наполовину разрушенным и затопленным. Чуть ли не половина населения Земли отправилась на тот свет. Но несмотря на выигранную битву, эта война с международным терроризмом оказалась далека от завершения. Первые страницы кидают нас сразу в экшен. Соколиный глаз и Капитан Америка пытаются остановить ограбление здания Бакстера, сталкиваясь при этом с Красным Черепом. Похитив из здания Бакстера космический куб, Череп легко побеждает Капитана Америка, и прежде чем выкинуть его из вертолета, признается ему, что он, Красный Череп, его сын. Интригующее начало, не правда ли? И тут завязывается новая история во вселенной Ultimates. Узнав это, Кэп сбегает, чтобы узнать правду. И для того, чтобы вернуть Капитана Америка и остановить Красного Черепа, Ник Фьюри предложил Кэрол Денверс, директору ЩИТ на тот момент, реактивировать проект Мстители. В оперативную группу вошли Соколиный Глаз, полковник Джеймс Роудс в броне военная машина, Красная Оса, Нерд Халк, клон, созданный из стволовых клеток Брюса Баннера, который обладал силой Халка и интеллектом Баннера, Новая Черная Вдова. Также среди потенциальных оперативников были Паук, корейский суперсолдат неизвестного происхождения в костюме Человека-паука, и Перун, бывший участник Освободителей. Техническую поддержку проекта обеспечивал Грегори Старк, старший брат Тони Старка. Грегори создал броню военной машины, Нерд Халка, вероятно Паука, а также улучшил Черную Вдову. Серия Ultimates стоит во главе угла вселенной Marvel. В них всегда происходит нечто интересное и эпическое. Эта история исключением не стала. И уже в самом начале преподнесла очень любопытный сюрприз. Хоть эта история была выпущена уже относительно в далеком 2009 году, интерес к ней не пропал. Сюжет Марка Миллера и особенно рисунок Карлоса Пачеко великолепны. Поэтому я думаю, что и дальше буду собирать эту серию. Не забывайте подписываться на мой канал на YouTube и группу ВКонтакте, а также заходить в группу официальной коллекции комиксов Marvel от Ashit. Ссылку вы найдете в описании к видео.